лазер, квантовый генератор света, выдающееся достижение науки и техники 20 века. Главная рабочая часть газового лазера – это газоразрядная трубка. Она находится между зеркалами, образующими резонатор лазера. В трубке под низким давлением смесь двух газов – неона и гелия. Рассмотрим физические процессы, которые происходят внутри трубки при возникновении электрического разряда. Атомы неона и гелия в трубке условно изображены шариками. Гелия больше, чем неона. Пока разряд в трубке не возник, атомы находятся в низшем энергетическом состоянии. В электрическом разряде атом неона получает энергию от электрона. Возбуждение атома может быть относительно слабым или сильным. Количество сильно и слабо возбужденных атомов неона было бы равно, если бы в газовой смеси отсутствовал гелий. Атомы гелия в разряде также получают энергию от электрона. Полученную энергию атом гелия передает при столкновении атому неона, находящемуся в низшем энергетическом состоянии. Появляется сильно возбужденный атом неона. В результате количество сильно возбужденных атомов неона резко возрастает. Теперь атомы неона готовы к тому, чтобы породить световое излучение. Если мимо сильно возбужденного атома неона пролетит фотон, то он может инициировать переход атома неона в менее возбужденное состояние. При этом рождается еще один фотон, который летит в том же направлении, что и первый. Это процесс вынужденного излучения света. Если фотон летит мимо слабо возбужденного атома, то он может быть этим атомом поглощен, и атом переходит в сильно возбужденное состояние. Это процесс поглощения света. Еще раз. Процесс вынужденного излучения света. Процесс поглощения света. Поскольку сильно возбужденных атомов неона больше, чем слабо возбужденных, то вынужденное излучение света будет происходить чаще, чем поглощение. Таким образом, один фотон способен породить целую лавину фотонов. Лавина фотонов могут развиваться в самых разных направлениях. Нужно как-то упорядочить картину. Для этого поставим на оси трубки зеркала. Лавины фотонов, которые возникли вдоль этой оси, многократно отражаются от зеркал. Они усиливаются, проходя много раз через газовую среду, и превращаются в яркий красный луч, луч лазера. Длина волны излучения 0,63 микрометра. Луч лазера сегодня широко применяется в измерительной технике, физических исследованиях, голографии, системах связи и обработке информации.